подписывать на мой канал. У нас очередной обзорчик с пылу с жару. Ребят, дошел я наконец-то до Ring of Elysium. Гос, катнем, пожалуй, Солянова. Посмотрим, что за игра, насколько она лучше оптимизирована и лучше вообще, чем PUBG, чем Fortnite. Как всегда, очередные голодные игры. Голодные игры более чем подходят под наш жанр и тематику канала, поэтому нужно посмотреть, нужно попробовать, потестировать. Тем более, что вы мне об этом уже писали. Так, ну что, ребят, прогрузился, вот уже сейчас запускаемся. Что бросилось в глаза, отмечается на карте все люди, кто где, куда высаживается. Дается возможность выбора определенного пака стартового снаряжения. Я не знаю, что брать, я не знаю, там и топоры есть, и лебедки есть, и все в этом духе. Вот я высаживаюсь, и это уже я высадился на карте, то есть я жму, куда высаживаться, где, в какой точке. Я высадился с дробашом и сразу же, как обычно. Так, вон карту вижу, вижу дома, побежали в домик. Так, а что тут, как тут использовать что? Так, это прицел. Уже стреляются! Уже стреляются, ребят! Боже, как давно мы не играли с вами в голодные игры. Это жесть. Открывайся. Патроны, патроны, жилеты. Я не знаю, что тут по обвесам. Что здесь по пушкам вообще? Как оно все работает? Мы же, ребятки, сейчас будем смотреть. Первый взгляд, так что не обессудьте. Какой это жилет? Хрен пойми, какой жилет по уровню. Оп. А оружие, хорошо. По-моему, это был юмпасик, ребят. Я, конечно, не спец. Так. Где инвентарь? Хороший инвентарь есть. Так, перезаряжаемся. Что по обвескам? Есть немного обвесов. Так, это можно заменить цевьёшку. Хорошо, вижу. Прицел. Прицел вроде норм. Опа-на, здесь кто-то был, походу. А здесь кто-то был. А ты где, парнишка? Блять, сука! Я чуть не обделался, ребят. По-моему, это бандажики. И аптеки. Фух! Я ведь реально чуть не обделался. Чё так громко-то? Жесть. Машины. Мне кажется, они не рабочие. Ребят, что я хочу сказать по синхрону? Вроде все ок. Три пушки можно с собой брать. О, да, детка, офигеть, как круто. Прикинь, братан, три пушки. Три пушки с собой таскать спокойно, на изи. Так, а что это за пухан? Я по пушкам пока не особо ориентируюсь, я не пойму, что это. Чё. Что я взял за пушку? Где тут вообще пишется, что за пушка у меня в руках? О, черт возьми. Сложно привыкать, адаптироваться к новым играм. Естественно. Так, у меня есть прицел, хорошо. Так, тут заряды по 10, их 4 у меня. Ок. Так, тихо, что это? Что это? Это что было? Так, я где? Где я? Я вот, блядь, мне бежать надо, ребят. Мне нужно бежать, кажись. О, черт, далеко, надо машину бы найти какую-то. А скорость меняется от того, что у меня в руках или нет? Это влияет здесь или не влияет? Так, видим, зона сейчас будет идти, видимо. Поэтому надо бежать. Я первый лут сделал кое-какой. Олень! Черт возьми, кто-то на подъемнике едет. Смотри, подъемники. Подъемник там. А надо кого-то бы найти. Попробовать пострелять, пристреляться, вообще посмотреть. А я-то боец новенький в этой игре. Я уверен, что здесь можно найти бывалых бойцов. Так, патрончики. Это вроде такая же пушка, как была у меня. Но я не уверен на все 100%, но, по-моему, то же самое. Так, хорошо. Прицел я не нашел. Можно в нее сесть? Блять, нельзя в нее сесть. Я зря время потратил, пока бежал сюда. Что это было? Это было airdrop. Боже, тут все озвучивается. Это страшно, просто нереально. Вещь какая-то, какие-то звуки выпрыгивают у тебя в ушах. Я хрен не знаю, кстати, куда я бегу. Это вообще законно то, куда я иду и насколько это профитно. Потому что мне нужно вообще в горы куда-то. Может быть, кого-то внизу смогу выследить. Тут большой город, где-то я отсюда вас слышал стрельбу. И как же я сильно соскучился по голодным играм. Ребятки, напишите
Хотите ли вы видеть продолжение съемок Ring of Elysium? А нравятся ли вам игры данного жанра и нужно ли их больше на канале подвозить? Обязательно об этом пишите. Ну а мы пошли выслеживать дальше. Так, так, так. Как подняться на подъемник? Можно сюда залезть? В натуре можно сюда залезть. Прикольно. Погнали. Я надеюсь, что меня не убьют, пока я буду вверх ползти. Но я, мне кажется... У меня даже не в ту сторону. Вот что мне кажется. Мне нужно вон туда. И я даже не знаю сейчас, насколько это будет правильно, неправильно, профитно. И я вообще смогу поехать на подъемнике? Я зря лез сюда. Я потратил... Или нет? Он меня не убьет вообще или убьет? Залазь! Ху-ху-ху! А я в ту сторону вообще иду или нет? Даже с него можно стрелять, ребят. Ну ладно, это уже того стоило, что я сюда залез. У меня, в принципе, есть винтовка с X4. И если бы я кого-то где-то увидел, я бы даже мог, наверное, пострелять. Я не знаю, насколько было бы профита стрелять с подъемника. Потому что, мне кажется, это было бы очень тяжело. Но сам факт, сам момент того, что я иду куда-то не в ту сторону. Наверное, надо наоборот пересесть. Стой, 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 стой! Ух, успел. Пошли обратно вниз. Ну а что, покатаемся. Шаг туда, шаг назад. Вот сейчас я иду более-менее в том направлении. А, надо было сразу же спускаться вниз, а не подниматься вверх. Это моя ошибка. И, возможно, сейчас я смогу кого-то даже убить, едя на подъемнике. А, это то, что уже отличает от всех остальных игр. Я такого не видел нигде. Это прикольно, мне это нравится. Так, давайте смотреть, сможем ли мы реально кого-то увидеть. И, возможно, я даже смогу немного пострелять. Мы идем вперед. Так, это то место, где лутался я. Поэтому там вряд ли кого-то можно будет найти. Давайте смотреть вышку, куда мы будем дальше отправляться. Кстати, вышка очень далеко. У нас очень далекий, длинный путь. И если я сейчас не успею выбраться, меня просто в зоне закроют. И мне кажется, я умру. Это было бы обидно. Выпуск состоял бы тогда с того, что я покатался на подъемнике, увидел крутого оленя, прикольного такого, размерами очень большой. Кстати, креативно придумано, на самом-то деле, мне нравится. И я сейчас могу прямо умереть тут на подъемнике. Представляете? Такую картину, да? Умираешь прям сидя в подъемнике. Это, блин, печально. Так, и у меня нету, мне кажется, у меня нету нормального оружия на самом-то деле. Я две какие-то пушки нашел, но что-то мне подсказывает, что они не будут слишком уж профитными и хорошими именно для меня. Так, мне кажется, здесь мне нужно выйти. Значит, блядь! Сука. Да ладно! Ну так же ж не годится, ну куда? Твою мать! О, дерьмо! Вот это было фиаско, братан.